В этом году казанцам очень повезло. Обошлось практически без заморозков и тем более без снежных бурь. А в последние дни появились новости еще о скором аномальном потеплении. Чтобы выяснить, так ли это на самом деле, мы отправились к профессору КФУ Юрию Переведенцеву. По его словам, средняя температура будет выше нормы на 4-5 градусов. Обусловлено это тем, что мы находимся сейчас пока на западной периферии сибирского антициклона. В Сибири это холодно, а на западной периферии, где преобладают юго-восточные потоки, с юга, у нас поэтому тепло. И надо сказать, что с четверга, то есть ближайшие через 1-2 дня, у нас температура еще больше повысится. Также он подчеркнул, что до 7 марта в Казани все еще будут незначительные морозы, а после начнется заметное повышение температуры. Это мнение сходится с предположениями Всемирной метеорологической организации, которая считает, что в связи с наступлением фазы Эль-Ниньо, колебанием температуры воды в Тихом океане, 2019 год будет теплее предыдущих. Если судить по тенденциям климатическим, то надо прямо заявить, что каждый очередной год становится теплее предыдущего. И это началось особенно ярко с 2015 года. Шестой год подряд, в 2019 год будет Эль-Ниньо, тоже обещает быть очень теплым. Скорее всего, у нас лето будет более жарким, более теплым, чем по норме. Однако, даже если прогноз оправдается, до жаркого лета нам еще далеко. А пока остается довольствоваться не самым холодным февралем. Лилия Талипова, Виолетта Басова, Универньюз.